Так, здрасте, здрасте. Поехали с вами дальше играть в Chasm. Хорошая игрулька. Очень хорошо так зашла. Поэтому продолжаем изучать ее мир. Так. Интересно, насколько она будет вообще большая и разнообразная, и вот это все. Очень интересно. Так, мы закончили с вами вот в этой пещере. И у нас есть путь вниз. Самое главное в этих играх, конечно... Это всегда начинает, зная, куда тебе идти. Хотя в ближайшее время. Ага. А, ну мы здесь не можем пройти. Окей. Там, кстати, где-то тоже было похожее место, где мы тоже пройти не могли. Новый факин крокодайлер, ничего себе. Офигеть. Они еще пять мяч что-то будут. Какой себе. Вахамели что? Ау. Бля, рано. Вау, ничего себе жесткие какие мобы. Ё-моё. Ладно, что за несём? Ясно. Какой-то хп, ладно. Блин. Так, я кнопку путаюсь. Раз. Так. Давайте сначала уж наверх посмотрим. Аж три двери. Опа. Тип какой-то походу. Ну окей. Понятия меч он дает. Металл, металл. Страны цветача и пища. Блять, ну это нечестно, игра! О, еще один чувак. Так, спасибо, я здесь, короче, работаю, ищу минералы, короче. Надеюсь, вы, ребята, остановитесь в порядок.
Я, короче, в таверну пошел. Интересно, кто их тут вообще запирал в клетке? Как-то странно. Это очень странно. О, ничего себе, Кирваль. Приветик. Приветик. Вот этот поворот. Один из ценнейших зрителей. Самых старых. Но пока, правда, нет еще никого. Такие игры у нас только шалашаски любят. Шалашаски, наверное, сегодня придет. А, потихонечку. Потихонечку. Всякие играю, чередую апексы, обливианы. Сейчас вот индюшатину стримлю, как обычно. Ну, кому как не мне стримить инди-игры. Вот. Ты давай посел, что рассказывай, как там у тебя свадьба. И теперь у нас замужняя дама. Ну, отлично. Приходи на день рождения канала. 7 июля будет день рождения канала. Приходи. 6 будет у нас, как обычно, стрим номер 0 по мертвым клеткам. А 7 день рождения канала. Будет возможность заходить по мне там у себя в календарь каком-нибудь. Я в Дискорде, конечно, помечу заранее за неделю, но мало ли. Приятно будет увидеть вас всех. Ну, тех, кто придет. Не, ну понятно, есть пауза. Но стрим, скорее всего, будет долгий. То есть я думаю, что 7 я постримлю днем и вечером. Вот. Поэтому я думаю, там можно будет прорваться, попробовать. Если, конечно, самочувствие позволит. Старость, все дела. О, ну проходит наш. Ну и как тебе замужняя жизнь? Сильно много поменял. А, кстати, медовый месяц, ты же должна быть, по идее, в медовом месяце сейчас. Логически рассуждая. Чуть ли не на медовом, не это самое, когда у вас один путешествует вообще-то. Ну как положено, хотя бы куда-нибудь там на речку, куда-нибудь, тем более лето ж, можно было совместить как раз. Не, ну не путешествовать, прям путешествовать, там понятно, что не Шри-Ланка и все такое, просто, ну типа там куда-нибудь на речку, там на шашлычки. Потому что лето и плюс еще и свадьба. Понял. А, не успел? Вот так. Ты можешь это какую-нибудь фотку хорошую отобрать. Там много хороших фоток какую-нибудь. И кинуть в Дискорд, в медиа. Пока ребята тебя порадуются. Я думаю, приятно будет. У тех, кто тебя знает. Может, дисколи там не идет. Какую-нибудь лучезарную. Все-таки события. А мы уже теперь не чужие люди. Так, и что у нас тут?
Leather armor. Угу. Хорошо. Я очень надеялся, что нам что-нибудь дадут, что позволит нам ползать. Но нет, не дали. Ничего не изменилось, кроме... Не, ну так на самом деле так-то и бывает, вы уже жили вместе, поэтому ничего такого прям особо крутого не могло произойти, но все равно это было прикольно. Статус дела. Да, совсем взрослая стала уже. Так. А, ну да, там был еще путь вниз. Ну да, у нас все путь вниз. Морковка. Может быть, кстати, парни? Это вообще легкий. Так, а что с них падает у нас? Морковка. И что-то еще может упасть, кстати. Морковка. Ну, морковка, наверное, уже чинит у нас. Ну, она мало совсем, но, блин, вообще хилки пиздец нужны в этой игре, она жесткая. Надо пофармить этих ребят, пока есть халявная возможность. Сайберпанк-то вчера смотрела, там показали новые под... Хотя, не знаю, насколько тебе Сайберпанк интересен. Я вот вчера посмотрел, что-то как, честно говоря, так ничего об игре непонятно. Конечно, такие большие игры надо смотреть уже, когда выйдут, потому что... Ну, хочется понять соотношение геймплея, там, грубо говоря, блуждание, катание и стрелялки. Вот, то есть вот хочется просто на соотношение посмотреть. Типа, мол, о чем эта игра преимущественно, да? Но они все еще как бы общую картину не показывают, показывают отдельные механики, но так и непонятно вообще. То есть, вот, грубо говоря, там 90% игры может быть просто сюжет. И там иногда тебе дают миссию пойти там убить, например, там 10 человек на базе какой-нибудь, пришел, убил, дальше пошел сюжет смотреть. А может быть действительно будет полноценный, то есть, геймплей. И вот как бы хотелось бы уже именно вот картину увидеть. Потому что вот соотношение геймплея к сюжету и разнообразие геймплея в Ведьмаке 3 мне, честно говоря, не нравилось. То есть там очень мало было геймплея и боев, которые мне не понравились. Вот, вот интересно посмотреть геймплей Сайберпанка. И как много, в общем-то, ну, насколько он будет разнообразный, в чем он будет заключаться. Потому что вчера показали там детектив режим, как в Бэтмене. О, топаз. Второй дроп с него это топаз, ясно. А, нет, топаз к него, кстати, дропом не считается. Лол. Венисон. А, Венисон это еда, да. Понятно. Только начал заходить. Они там вообще показали вчера пролог игры чуть-чуть. Часть пролога игры и детектив режим. И то, что на машинке мы можем будет ездить по таким местам, типа как пустошь в Borderlands. И все. И больше вообще ничего. Оп, панца! Билет в один конец. Ой-ой-ой, там был секрет. Но я его, к сожалению, не взял. Надо запомнить, что вот в этом, короче, проходике слева сундучок. Поэтому как бы, ну посмотрим, я все равно новую консоль буду ждать, то есть либо PlayStation, либо Xbox новый. Теперь уже не знаю, даже PlayStation ли, потому что что-то Sony совсем обленилась и что-то не сильно спешит продать мне консоль, во всяком случае в этом году. Поэтому возможно я вообще Xbox купил. Теперь уже допускаю такую вероятность. Вот. Так, здесь закрыто, вот понятно. Люблю такие игры, прям балдеж. Прям, вот, индюшатина хорошая, это прям всегда замечательно. Я что-то в последнее время индюшатина играю гораздо больше, чем AAA проект, потому что AAA проекты какие-то все очень, очень похожие, что ли. Вот нам бы упало бы вот это оружие, которое, ну, я был бы прям очень признателен. Если мне вот это... Надо попытаться его, наверное, пофармить, будет этого чувачка с копьем, потому что, блин... Мне бы такую вот вообще не повредила бы такая. Ой, еб. Так. Играл тут с Grim Dawn. Что-то мне Grim Dawn, честно говоря, не зашел. Вот. Так, нет.
Там выключать, надо допрыгивать. Старые зрители надо тоже подтягиваться, я прям удивлен. Некоторые ники, которых я уже не видел давным-давно, приходят прям. Такое. Меня помнят еще, короче. Игры присылают, эту вот игру, например, прислали разрабы как раз. За что им большое спасибо. Мне, прикинь, даже прислали Elder Scrolls Online на PlayStation, я вообще охерел. Вот это вот. Живу, что я делаю, блин. Пожалуй, сады. Ну, я не знаю, тебе такие игры нравятся, да, там. Ну, вот смотри, слезла таки с этого, наигралась, да, просто это самое, просто анимал. А так, да, Bethesda тут недавно хуяк прислали письмо, типа, с ключиком. Elder Scrolls Online, я ж прям охерел. То есть мне прислала ключ сама Bethesda, представляешь, Кирваль? Просто охренеть вообще. Я даже прям, не знаю, с одной стороны канал нищенский и уже полумертвый, а с другой стороны Bethesda присылает ключ. То есть, типа, вообще, ну, типа, чё вообще? Я прям даже не знаю теперь, что и думать. Так, нам вот туда как-то надо попасть. Как только, вот не совсем понятно. Вот тут какой-то такой проход, который явно секретный. Так, отстаньте, отстань от меня. А где мы что открыли вообще? А, мы открыли справа. Даже не надо слева посмотреть, что там вообще, как это. Так, значит, слева у нас есть рукав. А, ну он какой-то вообще непонятный. Я, короче, хз, как туда попал. Ой, правым стиком можно камеру ходить? Ничего, а, только вверх-вниз. Ну, все равно неплохо. КЗ. КЗ, как туда попадать? Ну ладно. Окей. Так что ты никогда не знаешь вообще, чё как. В общем, я все равно не жалею, что стримлю. Хотя у меня уже совсем все плохо в этом плане, но... ну, зато стримлю, что хочу. То есть вот был бы я популярным стримером, да? Мог бы я вот такое стримить? Нет. Мне бы пришлось такое играть вне стрима. А играть не стрима, это такое себе, потому что, во-первых, привыкаешь, а во-вторых, ну, как бы, блин, времени-то уже не так много свободного. Поэтому, с одной стороны, хорошо, что не стал популярным, потому что я вот смотрю популярных стримеров, вот тот же Гитман, например, подсел на Apex, ему прям вот видно, что Apex пиздец заходит. А у него биошоки были в тот момент, и он прям... Ему приходилось прям стримить эти биошоки. И он так перед биошоком чуть-чуть Apex побегает, после биошока чуть-чуть Apex побегает, бедолага. И он прям видно, что очень хочет поиграть, а не может. И, ну, то есть биошок же все ждут. И вот часто у него такое там, причем партнерские стримы тоже там. С одной стороны классно, партнерский стрим, да, там по RTX там. Но с другой стороны, блядь, играть со стороны Minecraft этот с RTX лучами проще... Дебильные RTX игры, вот такое сияние, не очень хотел играть. Вот. Ну, то есть как бы никогда не был кадет. Так что вот в этой свободе есть частичка прям чего-то хорошего. Так, братюнь, ты не должен меня убить. Должен мне скинуть свою сраную хуйню. Надо, короче, попробовать его сейчас оформить реально. Ну, тут один всего. Ни хреновой тучи уродов. Кстати, почему-то у меня экспа больше не отображает. Почему у меня экспа не отображает? Колоссовский. Вот этого парня можно. Блять, ну конечно, ну конечно. Ну конечно, да. Угу, парню. Не, ну это пиздец. Я что-то сейчас убью, по-моему. Вообще не совсем понимаю, куда я иду. Во! Вы кто? Так. Короче, проход там впереди открыт.
Но перед тем, как ты продолжишь, я хочу тебе преподать урок истории. Древние люди считали, что духи животных наполняют как бы каждый аспект их жизни. Но появился странный чувак по имени Улак. И они думали, что Улак контролирует армию монстров, миньонов, которые должны были типа, вести мерзко, короче. Му. Это, короче, символ, которым они этого Улака обозначали. И все пропало потом бесследно. Что же с ним, интересно, случилось? Может ли этот Улак и его монстр быть как-то связаны с исчезновением той расы? Мы узнаем это в проходе перед нами. Я вот расчистил завалы. Вот этот, видимо, символ на стене, глазик вот этот, этого флага. Так, мы посчитаем, когда найдем все страницы. Так. О, там поход будет босс. Да, поход мы нашли босса. Чё-то я с таким количеством КП как не хочу. Можно мне... А, вот там, наверное, сейф сейчас будет. Они же не садисты, да? Они... О, они не садисты, они сделали сейф. Покерс. Ну чё, первый босс игры. Давайте смотреть. Здрасте. Ну точно, он сожрал, понятно. Так, он чё-то невидимый. Мужик, это не по-христиански. Быть невидимым не по-христиански. А ты так умеешь? Ничего себе. Ничего себе. Мужик, успокойся, а. Так, пикаем. Иди домой. Так, давайте жрать все, что у нас есть, короче. У нас есть две морковки. Три морковки. Ладно, нормально сойдет. Мужик. Так, понял, понял. Все. Все, понял. Нихера! Пойди, когда он, короче, падает вниз, это жопа. Ух ты, ё-моё, слушайте, я в ней, блин. А, не, убил, ни хрена себе. Блин, все морковки срал на тебя, урод. Ты что такое? 3 хп? Ну, это не так много в этой игре. Отличная работа! Никогда не видел такого искусного бойца. Моими мозгами и твоей силой и храбростью мы сможем добиться многого и узнать, что же случилось на самом деле. Давай спешить. Так, наверное, это был не сам этот придурок, это, наверное, был один из его монстров, миньонов. Я что-то не думал, что это был сам придурок. Новых обилок нам, кстати, пока не дали. Обычно в метроидваниях после боссов дают новые обилки. Пока не дали. Так, опять у нас символик этого придурка везде. О-о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 -
Так, мы явно потом научимся сверлить вот эти вот вещицы внизу. А, ну, предположим. Но вообще, я напомню, что это после босса, как бы. То есть, у меня, типа, подразумевается, что хп может быть очень мало здесь. И это, как бы, не очень круто после босса делать локацию. Надо дать новую обилку и отхилить игрока. Ну, ты молодец, что я тебе могу сказать. Молодец, сломал мне платформу. Ну, пошли вниз. Платформа, короче, одноразовая. А, ну тут данный прыжок нужен. Данный прыжок нужен. Ау! Понятно, все, понял. Не останавливаемся на этом. Нихрена себе. Да, надо было того чувака пофармить, короче, на копье. Меч совсем слабенький. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я понял.
иногда аж 3 раза в ран попадает. Музыка заиграла тревожно. Блин, прикольно, разные локации, разная музыка, слава богу. Я отыграл недавно Metroidvania тоже. Там каждый раз одна и та же музыка, господи, я прям охренел. Так, нет. А, туда мы не попадем без моего прыжка. Ну да. Yes. То есть пока только сюда. А, мы вот так можем. Ать. 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 Блин, офигенная игра, конечно, прям. А, туда мы, если спрыгнем, то только дабл джамп повернем. Кстати, этого нет, ладно, сейчас что-нибудь поставить. Пусть их, наверное, будет, да? Скоро нам дадут дабл джамп. Ооо! Илочки, которые по 20-ке, нет, ну ой. Скоро нам дадут дабл джамп, вот, наверное, он. А, нет, тут, короче... Отвесные теперь эти самые, за отвесные можно хвататься. Они в артефакты, да, уходят? Да. А. И все? Ладно. Ну это типа лучше, чем ничего. Ну здесь, кстати, достаточно нормально сделано, хотя прыгать удобно. Ну да, я думал будет дабл джамп, выяснилось, что не совсем дабл джамп. Так, а я там все посмотрел. Ну да, там был тупик, там был тупик. Так, здесь что? А, подождите, мы отсюда туда сходили, да. Будет круто. Pitfall напоминает, кстати, я вспомнил, что у меня эта игра еще напоминает. Pitfall была такая игра на Sega. Прикольная. Она вот на Pitfall похожа. О! Шоткать. Это у нас уже, между прочим, новая локация. Возможно, мы в город выйдем отсюда. Здесь должен быть сейф еще где-то, теоретически. Ну, это сугубо теоретически. Ну, точно система Fast Travel сделана интересно. То есть тут нет как таковых порталов, есть типа вот такие вот черки. Так, и куда мы попадаем? Нет, порталы есть, окей, хорошо, я вас понял. Порталы есть. А как нам вообще в город попасть? Город, я вот, по-моему, отсюда. Можно вообще в город сходить. Ну тут, конечно, как в... А, нет, не помню. Как и в классических Metroidvaniaх, надо очень хорошо шарить местности. Так, вот сюда, по-моему, тогда надо. Да, вот сюда. Вот такие игры надо приходить залпом, я поэтому еще не сел играть в эту игру, потому что иначе можно охренеть. Так, как мне открыть эту песню? Так, брать меня. О, я надеялся тебя увидеть. Я люблю карточные игры очень. Но я потерял свою колоду карт. Где-то там. Я хотел ее как бы вернуть, но ничего не получилось. Если найдешь ее, верни, пожалуйста, обратно. А, у нас тут типа, короче, это самое... Ясно, азартные игры, короче. Ладно. Я понял. Так, тетенька с заклинаниями. Это еще такое. А, это мало ли. Так. У нас 300... Ой, как теперь по деньгам у нас все не очень хорошо. Все не очень хорошо. Magic Shield. Protective Shield. Давайте же Shield Protective купим. Потому что этот бумеранг полная херня вообще.
Так это не Shield Protected, ёпти, это офигенная вещь. Это лучшая вещь для таких игр. Protected Shield, блин. Ну, переводчики, конечно, со эти самые... Как и сами пишут. Жопочники взяли, все перепутали. Как уж это Protected Shield, это гораздо круче. Так, этого батька мы... А, ну мы его условно спасли. Так, я рад, что с ним все в порядке. О! То есть мы круг, что ли, захерачили? А, мы круг захерачили. Ясно. Понял, понял. А здесь у нас, кстати, даблджамп для чего-то был нужен, кстати. Да, можно туда сходить, кстати. Ну-ка, 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 даблджамп-то нужен был. Ну, как я думал, это даблджамп. Если что-то. Вот. Ну, тем не менее, тем не менее. Нойс. Эй, а ты чё не запрыгнул-то, алё? Не можешь? Отсюда. Ну-ка, интересно, интересно. И чё тут у нас? Вот так. Минералы можно у неё покупать и продавать минералы, ясно. Понял, принял. Так, там нам надо ползать, по-моему, уметь. Ладно, возвращаемся. Пеньку мне не так много, конечно, как хотелось бы. А что там вот вниз, например, ну, проходит будет? Что, давайте сюда посмотрим. Ау! Ау! Вот копьешка бы он тоже бы дропнул, был бы вообще хорошо. Так, здесь можно вниз. Ау. А, там сундучок. А, нельзя, да? Я так не знаю. Ну ладно. Мы попробуем, мы не сдаемся. Черт, а тут не совсем понятно как. Угу. А, ну ничего сложного, я думал будет сложнее. Так, ну-ка. О, капюшончик. Еще небольшой у нас капюшончик. То есть у нас два? То есть у нас есть один. Есть второй. У нас два ремня, и мы можем оба ремня носить. Окей, принято. Больше ремней. Пропустил я это место на первом прохождении. Я... Походу больше XP получит, блядь. Походу больше получается, блядь. То как бы не очень в тему, почти не смогу. Так,
Так, а там мы почти все изучили, там был один проходик. Серьезно? Ничего себе. О, Хогерс. Whip. О, ну-ка. О, неплохо. Неплохая анимация. Неплохая анимация. Найс, удачно сходили. Теперь мы еще и туда можем сходить. Ой, хорошая, хорошая вещь. Хогерс. Ой, прям вообще Хогерс. Он значительно дальше бьет. И по птичкам будет гораздо проще. Ой, хорош. Нойс, просто нойс. Как хорошо, что жалом поводил. А, у нее дубинка была. У дубинки вообще демос пиздец. А, но она очень медленная, не. Будет у нас кнут. Будем Индиана Джонс. Ау. Это один из лучших кнутов, что я видел вообще в своей жизни в плане анимации удара. Хорошая анимация удара. Денег у нас что ни хрена нет вообще прям. Так, как вот наверх попасть? Я так понимаю, что мы там не будем же, да? Братюнь, а я не совсем понимаю, как его надо было убивать. В плане там канона. Ууу, тут будет дабл джамп. Уже точно можно сказать, что тут будет дабл джамп. Слушайте, а там вот был проход, в котором мы провалились. И там был сундучок ультракозырный. Может быть, нам с вами слазить туда еще разочек. Там, правда, лифт сломался. Если мы туда упадем, мы там так и останемся. Но красный это телепорт. А, не, ну тут прям жопа. Да, тут прям нет, нет, там пока не пойдем, потом. Всем привет, кто подходит, не знаете, пишите в чатик. Мало ли, не зрители на этой игре вряд ли, конечно. Надо категорию менять на Games and Demos, может быть. Там будет интересно, не знаю. Не знаю, что сегодня вечером, еще постримить. Сейчас постримить эту пару, ну, часов до 6, потом в 6 еще что-нибудь постримить. Я, правда, не решил еще что. Пойдемте дальше по сюжету. Потом там доизучаем. Так, а мы сюда попали вот отсюда, да? Угу. Не совсем понятно, куда идти. Будем считать, что сюда. А, ну за ученым, конечно же, за ученым. Да. Фига себе у них жизни. Змея, плюющаяся ядом, вы рофлите? Ну, уже точно можно сказать, что это одно из моих любимых заклинаний будет. Вот эти вот шарды вокруг меня. Их наверняка можно будет загрейдить. Блин, музыка прям. Каждый раз разная музыка, прям Хогерс. Прям вообще игра очень хорошая. Такой Dungeon Crawler, можно сказать, только Metroidvania. Так, да, сначала вверх. Прям Pitfall такой, прям напоминает. Прям балдеж. Что там балдеж? Ясно, это нам не помогает. Я тебя понял, я тебя понял, братья. О!
Его зовут Эш. У меня есть предчувствие, что типа как-то еще пригодятся. Поушены он делает, короче. Я, короче, пошел в деревню и буду делать поушены. Еее, у нас появился который чувак, который будет поушены делать. Фоберс. КП в этой игре нужно будет много. Блин, это реально один из лучших мутов, которые я в своей жизни вообще видел в играх. Так, давайте вниз изучим все. Ух ты, е-мое, ну это экспан. И это экспа, плюс это дроп. Ой-ой-ой-ой. А, ну я понял траекторию. Ладно. Собака такая. Нет, я не сделаю. Ну можно, конечно, на похер в перемяс. Чё-то как-то... Надо вот этих ребят... расстояние, ребятушки. Ой, хорошо, блин, шелечек золотой с деньгами, но мы не будем у нас. О, блин, как же я люблю в этих играх исследовать, когда вот ништяки реально есть. Ну это просто, короче, это не меняет, по-моему, внешний облик нашего персонажа от надетого. Да, не меняется, к сожалению, жалко. Думаю, денежку не выломало. Внешность нашего персонажа, к сожалению, не меняется. Интересно, он сильно дамажит? 3. Ну ладно, нормально. Если голды там успели, я думаю. Блин, офигенная игра, просто офигенная игра. Надеюсь, она будет большой, долгой и увлекательной. Напомню, что это только первое задание, которое мы проходим. Неизвестно, будет ли оно последним, вообще неизвестно, как это будет работать. Но я надеюсь, что она большая. Она офигенно интересная. Жалко, что нашла скину нет. Потом, может, записи посмотрим. Потому что эта игра прям вообще, ну, достойна такой аналог таймспиннера. Только она больше в геймплей, в исследование, а таймспиннер был больше в сюжет. Кстати, вот Кирвали, если не видела прохождение таймспиннера, либо посмотри, как они там, может, зацепят, либо вообще поиграй. Потому что там классная история и очень прикольный мир. И мне кажется, тебе вот таймспиннер вообще может прям понравиться. Она очень легкая. Там есть очень имбалансные заклинания, которые делают игру очень легкую. И она прям чарующая, прекрасна. Таймспиннер, мне кажется, тебе прям очень... Если ты еще тут, тебе может прям очень сильно понравиться. Шалашаску был в восторге от игры вообще. По нему, по-моему, игра больше, чем мне понравилась. Так, это что такое? Это умирает от 100 ударов, ладно. Такая прям мрачная музыка, прям прикольно вообще. Атмосфера в игре, конечно, просто 10-10. Хорошо, я вот заметил эту игру случайно, абсолютно вообще об этой игре узнал. Все-таки... Надо сделать будет еще один ролик про инди-игры, мало ли кому-то инди-игры будут нужны. Чтобы вот люди могли тоже узнать о такой игре замечательной. А, здесь надо ползать, понятно. Странно, что он не умеет ползать. Он вроде как военный у нас, рыцарь уже почти. Ползать не умеет. Нет, это без. Припать, это брать. Ни хрена у тебя жизни. Это что за кнопка? Понял.
Блин, тут не задолжен было, тут шипы. Упустила. Time Spinner, смотри, есть игра, короче, тебе, возможно, она очень, очень понравится, там прикольная история, она очень такая милая, и она очень простая. Можешь поиграть, потом будет. Она, кстати, на Switch есть. Я вот ее проходил, о ней был ролик, вот, я делал первый ролик, она была в этом ролике, она очень понравилась Шалашаске, может тебе понравится. Попробуй как-нибудь. Или можешь мое прохождение посмотреть на Ютубе. Она прям божественно чарующая, прекрасная. Она на русский язык переведена. Я вот для свеча прям однозначно могу ее советовать. На свече она будет играть просто замечательно. Так надо убедиться, что на свече тоже русский язык есть. Вот. Блин, ну это как бы меч, он будет сильный, но он не будет бить по той траектории, которая мне нравится. Поэтому я пока лонгсворд брать не буду. Его возьмем, если... Если будет босс какой-нибудь. На босса можно будет взять, да. Он достаточно быстро бьет и достаточно сильно. Так, шорткатик еще один. Отлично. Нам сейвится вот так, вот так можно идти дальше. Достаточно часто сейвы, постревываю их очень хорошо. У тебя хороший бумеранг, я вот такой хотел себе бумеранг. Когда я тот бумеранг покупал, я надеялся вот на такой. А не вот это говно, что мне дали. У меня прям плохой бумеранг, а у него козырный бумеранг. Так нечестно. Какие разнообразные мобы. Прикольно, там у каждого своя механика. Ребята с фантазии делали. Погерсная игра, конечно, просто погерсная. О, у нас увеличенный шанс дропа. Пойдем посмотреть, что у нас. Простите, они закупались. Так. Так, хватит меня бить. Блин, действительно повышенный шанс дропа, лол. Gold Ring. Так, что за Gold Ring? Так, Silver Ring. Нам увеличивает интеллект. Этот там тоже интеллект увеличивает. А интеллект нам не так, чтобы сильно был нужен. Мы тупой воин. Тупым воинам не нужен интеллект. Нет, лучше дело, что не получается. Ой, хороший. Блин. Ну, зеленая она нам дает не так вот. Так. Вообще, теоретически от, ну, от удачи должен зависеть крит шанс. Теоретически было бы как бы логично, но что-то не критует это хреново. Нет, попу надо подобрать, денежка хорошая. Да япона, мать, я сейчас все хп есть просру, блин, ради денег. Но деньги нужны. Там пушины покупать. Так. Так, сюда пока не идем. Блин, мы обратно ебанемся возвращаться, если нам обратно надо будет. Наверное, надо было сначала изучить ту хрень. Еще один алтарь. Повышение XP. Повышение XP.
Опять ты. Так, это место невероятно. Я изучаю историю этих людей уже последний час. Я узнал больше за последний час, я узнал больше, чем за многие годы. Многие артефакты похоронены здесь. Это все интригующе. Короче, Улак, походу, приказал шаману свалить под землю. Здесь где-то храм есть. Короче, походу, он использовал этих людей как рабов, и они умерли, пока строили ему этот храм. И есть некоторое какое-то тут, короче, такое здесь место, которое могут воскресить тьму, короче. Если они построили здесь храм, то где же он известно может быть? И почему это так важно? Продолжай без меня, я хочу посмотреть еще здесь, изучить. Угу. Так, последняя страничка не хватает. Так, надо сюда вернуться наверх, короче, все-таки надо посмотреть, что там. Туда придется очень долго возвращаться, конечно. Я лоханулся, там мог быть ништяк. То есть там подразумевалось, что сначала надо там забрать, потом... А не, так вот, я подумал, когда думал, что здесь больше. Пить такое. Покрыто пылью, короче. Угу. И закрыто. Это шорткат обратно, короче. Yes. Ладно. О! Шорткатик, Богерс. Богерс, надо идти, короче, в город. Так, это был правый. Мудрёная тут система телепортов, конечно. Ну да ладно. Хозяин барин. Слава богу, что она вообще есть. Так, где тут может быть чувак, который делает поушены? Может быть, вот ты? Рад тебя видеть. Да, поушены. Поушен. 75 хп восстанавливает. Стоит он, конечно, просто пиздец, как дорого. Ну, типа, ладно, один купим. Ебанись, оно стоит, конечно, как дорого. Ладно, надо, короче, оно... Почему я сундук этот открыть не могу? Ладно. Блин, ну пушный, конечно, адский дорогой. Так. Что у тебя еще купить можно? Ничего мы теперь уже не купим, потому что денег вообще нету. Так, а у нас там был чувак, кстати, который готовился у нас камни покупать. Собирался. Вот он, наверное. Он стоит, походу. Братюнь, ты у меня камни будешь покупать? Да, у него можно покупать, короче. Making equipment. Но мне кажется, что драгоценные камни здесь не нужны, нужны только руда. Ну, стоят они, конечно, мда. Да, мне их 4 штуки. Мда, я думал, что как драгоценных камней побольше ценится немножко. Не оправдали, ну ладно. Возвращаемся. Ну, пошин, конечно, нужно хотя бы один, а помню, это же яблоки перестали падать. Поэтому меч пока. Главное, на дыбле хороший меч, который сильно дамажит.
Так. Окей. Опа. Головоломочка у нас тут. Ой. Ясно. Там надо, короче, шифр подобрать правильный. Цифры надо, короче, нам какие-то узнать. Узнаем цифры. Будем, короче, молодцы. Узнаем цифры, не будем молодцы. Каждый раз сюда будем падать, если неправильно будем нажимать. Ёперный театр. Братюня. Блять. Блять, он жесткий. Ох ты, ё-моё. О, Зельбоб, здорово. Ну, Зельбоб у нас не любит на предвании. Ему нравится Децелс. Кстати, может поставим еще один рогалик, если пришлют ключ, я зареквестил. Не знаю, получится или нет. Здорово, здорово, Зельбоба, что у тебя как жизнь? У нас вот Кираль замуж вышла. Можешь ее поздравить. Так, отлично, стреляю. Ау! Мужик, мужик! Кстати, вот меч у тебя классный. Можно меч мне вот этот? Вот хороший у тебя меч. Можно мне такой? У него анимация хорошая. Надо пофармить, брать не будет. Правда, привидение странное. Не очень хорошо. Важнее там процесс. Не, ну для женщины это вообще замужество, это хорошо. Ты путаешь. За любого. Это вот многие мужчины потом говорят, что зря. Да на самом деле он у нас вроде бы из тех, кто счастлив в браке. У нас Зельбоба же тоже женат. И насколько я знаю, он достаточно счастлив. Блин, здесь что-то бесконечный данс. О! На кузнеца похож. Да, кузнец. Отлично. Да, у него свой магазинчик. Он может, короче, нам ковать эквипмент. Фогерс. Это очень хорошо. Так. Господи, данж просто какой-то бесконечный. Просто какой-то бесконечный. О! Антидот рецепт. А, мы, наверное, эту придурку дадим, он нам сварит зелье. Вот как оно будет работать. Ясно, понятно. Так, а как нам попасть вот куда-то, собственно? Чё-то я не... видимо, через между стенами можем... научился прыгать, но пока, короче, нет. Офигенная игра, кстати, всем советую прям. Но пока, во всяком случае, очень интересное метроидвания. Мужик, мне нужен твой меч. У тебя офигенский меч. Дай мне, пожалуйста, меч. Это Эцио, кстати. Из этого самого, из Assassin's Creed. Блин, вот я бы пофармил этих ребят с мечом. Но... сраные привидения. Черт. И еще и грязюка. Давайте еще разочек попробуем. Не, хлыст хороший, но у него демеджа мало. А у него меч с хорошей анимацией, если у него такой же будет реальная анимация. И явно будет сильный демедж, как мне кажется.
Да, слушайте, как вообще с той платформы сюда допрыгивать легитимно, я не совсем понимаю. Ладно, не будем больше, короче. Ой. О, приплыли. Так, братюня, кажется, я убивать, да? Вот так, понятно. Ладно, ну у каждого, конечно, врага своя замута. Флайпот. Что такое флайпот? Я не вижу. А, это, наверное, это враг был, а не то, что я подобрал. Черт, я все время путаю, что здесь написано название врага, а не то, что я подобрал. Собака. Ладно, не пойдем. О! Вы кто? Дамы и господа, дети всех возрастов, наступайте, идите скорее сюда, к колесу, и крутаните колесо судьбы. И это колесо для тех, кто любит ставить все на кон. Но будьте осторожны, так же как и жизнь. Его путь не всегда усыплен розами. А, да, давайте крутанем, похуй чё. Так, и чё? То есть минус жизнь, плюс мана, минус броня. Ну это жестко, конечно, ну ладно. Давайте посмотрим, spin to win. You win, Emerald. Мы получили победителя. У тебя... А, у нас же есть скролл удачи. Надо его юзануть между... перед этим будет. Надеюсь, возможно, наши пути еще пересекутся. У нас же есть скролл удачи. Был. Нет, это... А, вот, да, Luck Scroll Temple Increase Your Luck. Вот, это надо будет в следующий раз, короче, юзануть перед колесом. Может быть, оно работает. Ладно, но это как бы не спасает нас от Гуфачанского, которого мы, скорее всего, сейчас словим. А, не, у нас есть. Это нормально. О, Егор, здорово. Дела? Нормально. Чё только не стримлю в последнее время. Пипец, сколько всего стримлю. Обливион. Green Dawn, Apex, сейчас вот индюшатин, вчера 3 инди игры постримил, сегодня вот продолжаю одну из этих трех. Прям все подряд херачу просто. Еще мне прислали Elder Scrolls Online. Ё-моё. О, братю, это надо рашить. Надо кушать, блять, надо убивать. Это чё? Так, ладно, значит, давайте с вами берем меч, тот самый. Брать у меня ты должен умереть. Какие меня. Брать не умирай. Умирай, бля, нахер, умирай, блядь, умирай. Фу. Хорошо, у нас меч есть. А у тебя как же не дела? Я вот документ не свечел, а в кайф, жаль, что никаких продажи нет. Покебола. Ну, заказать можно, через интернет привезут. У нас же сейчас нет такого понятия, что нет нигде. В интернете-то все есть. Поэтому кто ищет, так сказать, тот обрящет. На свече, кстати, очень много стримов хороших игр, поэтому ты приходи, смотри записи на ютубчике. Вчера вот 3 игры по стриму на свече как раз. Это в том числе на свече я играю сейчас. Слава богу. Сейф. Поэтому смотри, как бы проникайся. Так, давайте сделаем перерывчик. Там оставлю музыку.
Не, ну новый можно заказать, господи, в чем проблема-то? Типа онлайн-магазин хреново тучи, там всякие эти, как его, господи, видеоигр нет. Они куда только не отправляют. Так, напоминаю, что 7 июля день рождения канала. Чтобы быть в курсе и не прослакать, подписывайтесь, кто еще не подписан, хотя все свои подписаны. И, конечно, ссылки счастья. Не забываем помогать стримеру настакать вот эту полосочку. Ну, понятно, что мы ее не настакаем. Вот. Там все рассчитано, потому что, как бы, я еще четвертую продам, и она пойдет в уплату пятой. Но, так или иначе, помогаем стримеру любимому, драгоценному, бустануть вот эту полосочку. В конце года выходит уже PlayStation, то есть она будет 40 минимум. Это, слава богу, я буду очень рад, что она будет 40. Вот. Так что приходим на день рождения обязательно. И доним. И сейчас доним, и тогда доним, и всегда доним. Сабаться не обязательно. Сабаться — это пустая трата денег теперь. Вот, поэтому лучше донить. Очень дорого просто сабы стоят стали. Очень дорого. Все, перерывчик. 2 минутки. Сейчас я вернусь, проветрю еще. Тут жарко еще. Хорошая игра. Очень хорошая игра. Кирвалют мне как раз напомнила своим приходом, что я думал, к августу может постримить еще раз Пяшок третий инфинит. Типа годовщина, 3 года стриминга, и можно будет в августе постримить, наверное, Пяшок инфинит. Она была просто единственным зрителем Пяшок инфинит. Так. Давайте тогда лево вниз. Ё-моё, да как же не ступать? Так, мы упали в самый низ, еще есть между. Надо туда сходить сначала. Очень управление удобно, анимация хорошая. Так, и чё? И чё? Какая странная комната. Ладно, хорошо. Хорошо. О, блин. Понятно. Короче, 2 удара, прыжок. А, с него хилка падает. Вообще норм. Можно будет его пофармить. Ну, правда, мы на нем больше потеряем, что почем. О! Scroll of Luck, отлично, еще один.
Перемежный театр. Roll of Luck — это очень хорошо. Перед колесом, перед включением колеса будем его юзать. Так, защита у нас повышенная. Но она здесь на самом деле не так, чтобы сильно было. Так много надо ехать. Интересно, кто эту игру сделал, надо будет посмотреть. Я уже начинаю потихонечку шарить в разрабах инди-игр. Кстати, на днях постримим с вами еще одну игру, которая просто божественно выглядит. Для фанатов, особенно Castlevania Symphony of the Night. Вот этого придурка мы сейчас можем пофармить. Он здесь стоит сам по себе. Я вот очень возлагаю надежды. Она в Early Access. Но... очень интересно посмотреть. О, еще один пример. Да, мы однозначно хотим себе его меч. Оу. Так, а дальше что будет? Ну вот мы нашли идеальное место, собственно. Для фарма. Что за метроидвания без фарма, да? Ну, с прокачкой, метроидвания с прокачкой, без фарма. О, не-не-не, туда я не пойду. Вообще, покебол 1300 стоит. Его беру по большей части для эксклюзивного покемона. Я не шарю, чувак, в покемонах. Я не видел ни одной серии, даже ни одного фрагмента. То есть я, наверное, один из немногих, кто вообще ничего не знает об этой вселенной. Вот. Я думал посмотреть фильм про Пикачу, вот этот вот. С Рейлингом. Ну, как раз учил, но пока что-то не посмотрел. Я покемонов не знаю вообще ничего. Блин, нам бы, конечно, его меч бы получить, был бы очень круто. У него вообще может упасть меч? Давайте посмотрим. Так, кто тут у нас попадается там? А, с этого дропа нет. Угу. С этих тоже дропа нет. Так, этот придурок явно бумеранг может выронить, и этот придурок явно может выронить меч, мне так кажется. Короче, без него в игре одного взять. Вот. Ну, это я догадался. Но. Но я не думал, что 3000 платит чувак ради одного единственного покемона. Я думал, что все-таки он имеет какую-то геймплейную составляющую. Хотя фанатики есть, там, наверное, этих покеболов ты изготовлен не так много. И, скорее всего, чисто для фанатов. Не, Switch для вот человека, который в разъездах. Вот он, родимый мой! Switch для того, кто в разъездах, это отличная покупка. Я даже рад и горд тем, что я тебе помог его приобрести. Блин, он так же бьет. Фак. Ну такое себе на самом деле. Блин, я надеялся, что я буду бить как он. Я даже до нее не достаю. Ну, демос, конечно, да, демос хороший, но нет, мы возвращаем вкус. Враги резут. Это метроидвания, да. Когда из комнаты выходишь, заходишь, они резаются. Это классическая фишка метроидвании. Прокачку. Это как Castlevania Symphony of the Night, как Bloodstained, Ritual of the Night, как Time Spinner. Time Spinner прям вообще божественная игра, реально. Я прям вот до сих пор под впечатлением, она реально была волшебно прекрасна. Вот, эта игра мне тоже очень нравится, поэтому... я такие Metroidvania люблю. Так, подождите, мы вообще-то шли... бля, ну ладно, на направо вспомнил. Я вообще налево шел. Я забыл этот момент немножечко. Я шел налево. И мне свой бумеранг, чтобы брать его. Но... так, по мне стреляют. А, это шипы. Я понял. Так.
блядский компот. О, о, ни хрен. Слушайте, это будет очень сложно. Короче, сразу. Ага. А, ну да. Угу. Пипец. А, нет, блядь! Ну ладно, нормально, нормально, нормально. Нормально. Я понял алгоритм. Эта игра хочет, чтобы мы делали все быстро. Я могу, я умею делать все быстро. Блять. Сейчас все будет. Блять. Не совсем то, что я планировал. Читать. Не попадаю ни хрена по платформам. 5. Расстояние между платформами разное, за счет чего тайминг прыжка другое нужно использовать. Так, ну дубинки-то он бьет по-любому, наверное, по-другому, да? Ну, кстати, хороший демедж. А, это магический, кстати говоря, меч, который повышает еще интеллект. Чусь. Ладно, дубинка, что у тебя? О, ну, кстати, ничего, такая, да, анимация. Но коротковат. Для этой игры коротковат, конечно. Пока оставим. Так, ну, окей, окей. Хорошо. Но против птичек вот эта дубинка мне больше нравится. Бьет он ей достаточно быстро и... Вот против таких вот врагов. Прыгающих, летающих. Ну, блин, радиус, конечно, в этой игре очень решает. Поэтому пока с пустом поиграем. Хлыст здесь прям божественный. Я надеюсь, может, мы потом найдем какой-нибудь улучшенный хлыст. Потому что хлысты здесь имба. Шикарная анимация удара. Да, нет, три раза бить нельзя, блять. Просто так ударил, ну, делать ничего нельзя какое-то время. Вот классик. Парень, надо что-то жрать, короче. Ну, хлеб съедим, что тебе? У нас есть как бы поушен на крайний случай. Но я надеюсь, что мы не потратим его. Потому что деньги здесь что-то. Бля, ну да. Вот сейчас будет, блядь. Что у нас по едем? Ну, у нас, короче, только поушен и ножка. Идем. А сохранялись мы очень давно. Блин, мы должны, короче, этого босса убить. Не понял. В смысле? А куда мне идти-то тогда? А, понятно, я думал, босс. Так. Ясно. Нам нужен какой-то камень. Во. Да, без свеча было бы тяжело. Нет, свеч для тех, кто вот в разъезде, это шикарная вещь. Поэтому те имбецилы, которые кричат, что зачем там ведьмак на свече, бля, они просто не понимают, что есть люди, которые там во многих странах. Тихо-тихо, должны это сделать. Да. Они, ну, типа, не могут дома играть. И поэтому для тех, кто вот в разъездах, там, свеч это просто шикарная вещь. Ну, у нас, как обычно, имбецилы, они не думают головой о других. Они думают только о себе. Если им вещь не нужна, значит, она автоматически говно. Если им конкретно ведьмак на свеч не нужен, значит, он никому не может быть нужен. В принципе, это невозможно априори. Опанца. Это я где? Опанца. Нет, я пока не хочу сюда, подождите. Ни хрена себе. Я, наверное, хочу сначала замкнуть локацию. Ага, вот здесь будет шорткатик. Все, замкнули, заебись. Вы полностью изучили эту локу. Там даже не особо было много проходов закрытых. Она такая проходная лока, даже без босса. Нам бы телепортироваться только напрямую, вот было бы очень круто, если бы можно было вот так вот телепортиться, потому что пиздец.
Я пока еще в башке держу, как бы, все это, но это ебануться реально. Это прям действительно сложно. Давайте сходим, наверное, тогда к кузнецу. Поговорим с ним, узнаем, что почем вообще, что ему надо хоть. Или прокатить. Так, где тут у нас может быть кузнец? Это чувак ко мне не торгует. И он здесь, наверное, должен быть. Но его нет. А, вот он. Здорово, мужик. Так, у тебя миссия, значит, все очистить. Можешь продавать мне ништяки всякие. Но я не могу, к сожалению, создавать ничего нового. Эти уроды забрали мой молоток. Поэтому извини, чувак. Когда мне вернут мой молоток, я смогу крафтить айтемы. Yes. Так, бандана у него есть. Конституцию поднимает, но я не знаю, что здесь конституция дает. Дум последний взял бы. Ну, подешевеет рано или поздно. Это не нинтендовская игра. То есть только нинтендовские эксклюзивы не дешевеют со временем. Так. Это подул ветер, я сейчас рубашечку найду. Это нинтендовские игры стоят всегда дорого, а остальные они там могут скидки делать вплоть до 90%. Поэтому я не думаю, что Doom будет сильным спросом пользоваться, как вот Diablo, да, Diablo дешево никогда стоить не будет. А Doom, я думаю, потом они скинут хорошо. Я думаю, что 1000 за 1500 вообще изи можно будет взять его потом, какое-то время спустя. Это не так, как бы, игра, которая, мне кажется, будет сильным спросом пользоваться. Потому что если Doom в 30 FPS, портативе именно нужно только тем, кто в разъездах и все такое. Потому что при прочих равных, как бы... Ну, то есть, Ведьмака можно вечером на диване поиграть, да, там все дела, поэтому многие могут еще на Switch Ведьмака того же взять. И то я не думаю, что он там тоже большим спросом пользуется. То Doom, ну, как бы, все-таки с FPS шутер от первого лица играть. Так. Копье! Копье, атака 23. Ну, он удар, скорее всего, будет не очень хорош. А, ну он не сможет ее делать. Хотя не, вроде как может. Он вообще-то говорил, что крафтить не может. Может быть, крафт здесь это усилий? О, топор, ничего себе. Офигеть, у него всего сколько. Давайте копье купим, посмотрим вообще, что хоть как у него работает. Анимация. Я думаю, что скорее всего не очень хорошая анимация. Ну да, ожидаемая. Ну, лучше, чем меч, потому что подальше бьет, но плетка пока что вне конкуренции. Деньги впустую срали, ну ничего, ладно. Надо будет нафармим. А, мы можем загрузиться, кстати. О, подожди. Я сохранялся там, да? А, ладно, похер, пусть будет. Мало ли, может быть, от него надо будет следующее копье сделать. То есть это копье нужно будет как база для следующего. У нас вот обилок новых нет, вот это меня смущает. У нас кроме как цепляться за края, мы еще больше не можем. Сейчас, может, в зеленую локацию перейдем, посмотрим. Разнообразные локи. Но мы идем явно к тому темплу. Ну, храму. Мы идем явно к тому храму. Так, здесь надо помнить иметь. Мы не имеем все еще помнить. Двойного прыжка у нас все еще нет. Поэтому мы пока туда пойти не можем. Нас, наверное, здесь научат либо ползать, либо двойной прыжок. Я прям уже чувствую, скоро нам дадут новую обилку. О! Слот какой-то у нас в стене. Слот под какой-то явно алмазик. Или типа того.
Будет обидно, если нам рано в эту локу, и мы здесь ничего сделать не можем. А мы, кстати, здесь ничего сделать и не можем. Чё-то мы, походу, не туда приперлись. Это нам, походу, рано сюда. Это... А, это храм, скорее всего, и есть, кстати. Так, ну, мы не можем туда прыгнуть никак. Блин, мы рано реально сюда приперлись. Черт, ничего себе, эта игра позволяет тебе прийти туда, куда тебе еще не надо. Вот это я понимаю, свобода перемещения. Ну ладно. Я не знаю, что мы пропустили в этих данжах, но что-то мы здесь пропустили. Подождите, а что действительно, подождите, а как это? А где мы что пропустили? Я что-то не вещаю. Да не, нет, вроде бы. Мы все замкнули. А вот мы не можем. Что вообще? А что мне делать? Слава богу, эта игра, короче, 2 года назад вышла. Может быть, прохождение посмотреть, если застряну как выяснить. Здесь мы все изучили. Там вот мы далеко летели вниз. Там вот мы не можем пройти. Может быть, мы вообще должны вернуться в шахты? Но у нас снова хабилок-то нет, кроме прыжка по стене. Но здесь надо ползать или данный прыжок. Или от стены прыгать. У нас чего-то нет, и предмета, который втыкается, вот у нас тоже нет. Ладно, давайте тогда походим, побродим по уже пройденным подземельям. Блин. Не будем прохождение смотреть пока, блядь. Да что ж ты не зацепляешься? Давай. Спасибо за то, что приходишь. Проходи еще. О, на день рождения канала приходил. Не знаю игру какую вот стримить. Я хотел спросить, по какую игру люди бы хотели видеть. Но мне кажется, мне будет похер. Кстати, приду чисто поздравить, это уже, конечно, приятно, но мне кажется, что смотреть стрим сегодня никто не будет. Поэтому мне кажется, чтобы я не стримил, людям будет как бы без разницы. Так, да. Dark Souls 3, наверное, будет. На Dark Souls 3 в основном люди приходили. Давайте посмотрим, что мы здесь могли. Могли ли? Нет, не могли. Блин, придется походу смотреть прохождение. Ибо я вообще в душе не ебу, куда мне идти. Либо перепройти эти самые. Ну, можно походить, короче, побродить по этим. Так вот здесь что мы делаем. Шахты сходить, короче, по шахтам. Ну или вот здесь, кстати, можно. Ну, почему здесь? А, ну да, здесь, короче, надо цифры узнать. Так, long period of journey, but I believe in upon King Trail's castle, lost treasure of the young world. Clumsy Drake's trap played clumsy passage through. We have no other option but to push forward. This lock is vexing, however, it to look much newer than the rest of the world, as the symbols could be mean. I cracked a lot of rocks in my time, but after finally worked for a full river, Drake and his speed took clues. I discovered several priestesses down here that I believe contain keys opening the gate. Now if I can figure out what they mean, I hope Drake didn't turn around. Ага, короче, они ищут, они думают, что здесь есть какие-то фрески, которые содержат в себе цифры. И если нажать, короче, правильно эту хрень, откроется дверь. Но надо, короче, узнать... Оттуда как-то можно вернуться потом, да? Мда, ну ладно, окей, хорошо. Слушай, Мудилкин, а ты мне не поможешь? Там не находил шифр? Не находил, да, шифр? Это печально.
Да, очень грустно, что ты не находился в портативе. Мне бы он пригодился, пипец, как сейчас. Цифры там надо было какие-то искать. А, подождите, смотрите, звездочка, кубок, меч. Звездочка, кубок, меч. Мы там вообще не находили, по-моему, ничего такого, чтобы было похоже на звездочку, кубок, меч. Ладно, придется, значит, заново. Ну, пойдем, хорошо. Какие-то были пустые комнаты, кстати. Звездочка, кубок, меч. Ну, пойдемте опять направо. Кто еще стрим смотрит, смотрите внимательно на экран. Вы знаете мою наблюдательность и внимательность. Нам нужны изображения звездочки, кубка и меча. Ну, зацепляйся. Ау. Ау. Больно же, блин. Блин, жестко, конечно, жестко. То есть, типа, мы должны были... Ну, это я виноват, не почитал сразу, надо было почитать. То есть, игра, короче, будет заставлять нас думать. Так, ну здесь я ничего не вижу, никаких намеков на какие-то звездочки, мечи. И цифры тем более. Может, их сосчитать надо? Кстати, может быть, надо будет сосчитать, типа, сколько мы встретим мечей. Звездочек. Кстати, это очень даже логично. Сколько здесь еще у нас? Какие же такие звездочки мечей? Непонятно, непонятно. Во. Здесь мы освободили придурка. Нет, тоже никаких звездочек мечей. Блин, я хз вообще, где искать подсказку. Я вообще хз. Это просто пипец. Он, ну, мать, у них жизни охренеть. Все, бабка как-то, а? Так вот, интересно, с этой допрыгивать, да, вот с этой. Вот у меня так и не получается понять. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Ау. О, левелю апу, нойс. Так, а чё внизу тут, кстати говоря? Подождите, ну-ка, внизу тут я сколько вот ходил, наверх не ходил, вниз не ходил. А тут ничего нет. Никаких звездочек, мечей, ничего нет. Придется прохождение, наверное, смотреть, мне так кажется. Счет, мне кажется, хрена мы найдем здесь. Звездочки, мечи и прочее подсказки. Посмотрим, будем надеяться. Я как бы максимально внимательно сейчас посмотрел. Так, мы в этой же комнате, да? Да, мы в этой же комнате, но в другом рукаве. Вот здесь вот у нас есть комната. А, это сохранение. Не, мы сохраняться не будем, потому что мы не знаем вообще, нужно ли нам здесь стоять. Так, что здесь у нас? Ага.
Слушай, а вот, по-моему, я здесь не был. Вот что-то, по-моему, я здесь не был. Давай, Кирай, спасибо, что пришла. Заходи еще. Точно, я нашел новое что-то. Блять, блять! Блять, ну... Блин, ну вот, конечно, не очень хорошо видно, за что здесь можно цепляться. Я думал, он допрыгнет просто, именно встанет на эту платформу, а он... И не допрыгнул, и не зацепился. Да, он не допрыгивает, ему надо именно зацепляться. А тут уже скелетик у нас. Но этого пацана не смогли спасти, увы. Pocket Watch. Взяли мы с вами Pocket Watch, чей там... К сожалению, кто-то уже гупача здесь ловил. Так. Продолжаем карабкиваться наверх. Лучше гор, чтобы только горы. Шалшатский игра точно не понравится. Очень много платформ, да. Он будет, короче, приверженцем. Так, стоп, подождите. Но мы вообще так и не получили никаких данных о каких-то кубках, мечах и звездочках. Типа мы даже нашли путь обратно. Но... Типа чё вообще? Ладно, значит идем дальше вниз. Ибо я нихера не понял. Подождите, а нет, обе комнаты. Блин, а чё вообще? И нахер? Чё? Где? Здесь тоже никаких нет мечей и прочего чего-то. Я ничего вообще не понимаю, что игра хочет от меня. Игра, что ты хочешь от меня? Ладно, начинается духота какая-то непонятная. Я тотально начинаю не понимать, что от меня хочет игра. Какие звездочки, какие мечи, тут ничего нет. Вообще хуй знает, короче, я буду смотреть сейчас прохождение, я ничего не понимаю. Да, я ничего не понимаю, все, я пошел смотреть прохождение. Я ничего не понял. Никаких звездочек и мечей тут нет. А, подождите. Она же типа рандомно генерируется, и у него будет совсем по-другому здесь. Скорее всего, у него все будет совсем по-другому. Но я хотя бы посмотрю, как он эту дверь откроет. Девять семь семь у него. А как он это узнал? Бля, я ничего не понял вообще. Ну, короче, он какие-то фрески находил, я фрески никаких не находил, я вообще не был о каких фресках речь. Я вообще не был,
Какие фрески вообще? Нет никаких фресок, нигде вообще никакого намека. Только баннеры висят и все. А, у него вот есть, да. У него есть комната, короче, с королем сидящим. У него 7 мечей. Восемь воинов. А, то есть вот такие комнатки надо искать, я понял. Блин, а как я вообще... Где они... Их не было же... У меня вообще ни одной такой комнаты не было, лол, в рофлите. Блин, я... Это пиздец, короче. Это я ебусь проходить. Я хотя бы увидел, как эта комната выглядит. Блин, это пиздец. О, это жопа. Я это не пройду игру. О, привет, шлашас. Дропнул фейбл? Эх, вы с Кирвали разминулись, она совсем недавно приходила. Блин, я тут что-то как-то охуею это проходить. Ёбаный стыд. Пиздец. Это пиздец. Я ни одной такой комнаты не встречал, по-моему. Ё-моё. Я ни одной такой комнаты, по-моему, не встречал. Хотя вот это, может быть, имеет смысл. А, вот эта комната одна из них. Давайте считать карты. А, во! Все, все, нашел я эту комнату. Все, мы нашли. Ебать, платить. Пиздец, она насколько была далеко. Так, короче, смотри, чуваки. Значит, у нас тут, смотрите. Сколько звезд у нас? У нас с вами 5 больших. И еще 3 маленькие. Так. Звезды 5 плюс 3. То есть их либо 5, либо 8. Я правильно считал, да? Да, то есть так. Звезд, короче, либо 5, либо 8. Мечей у нас 2. Мечей у нас 2. Кубков у нас вроде как тоже 2. Да, кубков у нас вроде тоже 2. Как души из таких их, это пиздец преступление. Ладно. Она старенькая, чувак. Она старенькая очень, поэтому когда еще был не выверен четкий алгоритм и паттерн. Так, как делать игры веселыми и динамичными. Окей, вроде как подобрал я. Но это не точно. Мужик, ты нормальный? Кстати, она, надеюсь, одна фреска была это. А, так, а нам либо прыгать все сначала, либо, блять, надо было просто оттуда телепортнуться. Бля, прыгать я не хочу все сначала. Блять, надо телепортиться. Блять, ладно, пойдем телепортиться. Ой. Мы просто еще сохраниться сможем, если пойдем туда. Это получше вариант. О! Так, причем тут сорян, я же вообще не фанат фейбл ни разу. Мне вообще вторая больше всего нравится. Вторая была сам пиздец. Хотя и хейтили, мне вторая больше всего понравилась. Я первый фанатов первого фейбла никогда не был. И я не согласен с тем, кто кричит, что первый лучше.
Третья была достаточно хуёвая, там был хуёвый сратый сюжет, мне вот тоже не понравился частично. Блять, а, не пополнилось. Игра вон, Time Spinner, и вот эта игра, топовые игры. Вообще шедевры. И на день рождения канал приходи, не забудь. Вот. И донатик не забывай. Это вот главная вещь, которую нужно помнить. Любимый стример, донат, день рождения. Я играл, мне не понравился он. Вот, поэтому нет, мне не понравился никак 2015 года. Бля, как я охуенно играю. Просто богерс, блядь. И ведь жизни охуенно. Просто охуенно. Тут вроде врагов больше не будет. Слава богу, больше будет. Блин, хорошо я журнал почитал. Так бы я тут, блядь, долго походил. Если бы журнал не почитал. Сложное метроидвание. Сложное. Что там к чему? Не, она мне просто не понравилась, я не стал в нее играть. Я уж не помню точно, что там. Не понравилось мне. Так, звезд было, вот, собственно, 8, по идее. Вот, кубков было 2. Этих было тоже 2. Да, 8. Такие мелкие тоже считают. Блин, пипец, это было сложно. Блин, очень классно здесь, конечно, кнут в этой игре. Прям вообще. Самый лучший кнут, который я в своей жизни видел. Собака такая, а? О-о-о, не, яд нам не надо, спасибо. Яд нам выпас. У нас еще даже антидота нет. Спасибо. О-о-о. Ах ты паразит! Бля, столько жизни срал. Тут очень разные враги. Бля, ну... Я, короче, пол хп уже всрал. Богерс. Ладно, предположим, что нам наверх. Денег нихуя нет. Ой-ой-ой. Где Дракон? Не знаю, может и будет. Тут какой-то злодей будет. Нам уже обратно злодеи книжки попадались. Собака такая, а? Вот, не получилось. Собака, не успел я его убить. Мабы здесь жестко. Мабы здесь требуют таймингов. Очень хорошая боевка, она сложнее, чем таймспинер. Много платформинга, кстати, и игра сложнее, чем таймспинер, поэтому тебе она, скорее всего, не очень понравится. Нас еще и отравили, да? Да, нас еще и отравили, вообще погерс.
Отлично. Зарашил, блядь. Да, яд будет длиться очень долго. Если мы сейф не найдем, нам пиздец. Ищем сейф. Есть. Ух, повезло. Не, платформинг нормальный, пока адекватный вполне. Вполне справедливый, адекватный. Блять, я там вниз не пошел, а там был, походу, видимо, ответвление. А, босс. Там у нас и босс. К боссу пока не идем. Вернемся туда вниз, посмотрим, что мы там пропустили. Левелю апу. Покер. Да, Кирвай заходила, замуж вышла, короче. Блин, фига себе со свист форум демедж. Пойдемте по его. Угандошим. Сука, тварь говна просто, а? Ой, после этого меча просто сразу можно сделать даш. Прикольно. Писку меча, видимо. Вообще сразу можно делать даш. Не, мы все-таки, наверное, с кнутом поиграем. Убьет дальше. Мощность, ну там не вполне хватает. Пока. Против босса, возможно, придется брать меч. Нам возвращение назад как-то очень дорого обходится по КП, а нам потом еще обратно дойти. Пиздец. Ну, будем надеяться, оно того стоило. Ну, хуй знает. Офигенно. Но на этим платформах можно ставить, мне кажется. Да. Все нормально. Ну и что у нас тут? Браслет. Ну атаку бустит, да. Да. Атаку бустит, конституцию роняет. Не знаю, что делает конституция, поэтому похуй, там будет демонстрация. Да, теперь нам долго и мучительно идти обратно. Потому что это была второстепенка, мать ее. Да, не сдохнул бы там. Слава богу, перед боссом сейф. Уже хорошо. Вот эти самые маги, вот эти, конечно, сильно бесит. Маги жесткие здесь. Я не совсем понимаю, да, что убивать. Не получая урон. Ну то есть там лазер, понятно, лазер надо просто успеть присесть. Я не успеваю. То есть там надо идти на них. На похуй, блять. На похуй просто идти на них. Вот так. Сволочь, ну какого хера ты идешь-то на меня-то, гнида ты ебаная, ты же маг. Уебок ты тупорылый. Слава богу, он призрак стал вставать. Повезло. 15 хп. Придется сейчас сжать что-нибудь.
А это делать перед битвой с боссом очень хуёвая идея. Учитывая, что у нас, по-моему, и так. Да ёб твою матушку! А, не, ну все, мы тут не пройдем. У меня стейк, который все по чуть-чуть генит, и это. Не, мы не можем сейчас, к сожалению, сжать. Поэтому если мы проигрываем, то мы... Я наебал его. Фух. Мы не можем сейчас сжать. Если проигрываем, значит просто назад не возвращаемся и не делаем того, что сделаем. Перстнем с этим браслетом вообще поставить. И руда это тоже не сильно пока нужна. Так, хлеб. Богерс. Все, нормально. Мы не то чтобы не ушли в минус, мы даже в плюс. Можно этого чувачка немножко пофармить сейчас. Я просто на босса чуть не хочу идти. У него хлеб падает, оказывается. Не знаю, почему с мумией падает хлеб. Ну и посмотрим заодно, что еще с него падает. Потому что раз с него падает хлеб, значит... Ну, скорее всего, алмазик какой-нибудь. О! Да ладно! Кольцо? Конституцию и интеллект. Ну, короче, для магов. Ладно, хорошо, хер с ним, тогда не будем фармить хлеб. У нас, в принципе, более-менее еды хватает. Пойдемте смотреть босса. После него, скорее всего, водилку дадут. Ну чё, меч брать, наверное, сразу стоит. Наверное, сразу стоит меч, потому что... у нас существенно сильнее дамажит. Да. Если я по нему, конечно, буду этим мечом попадать. Радиус у меча здесь не самый большой. Так, понятно. Охуенно. Так, можно по тушке херачить. Пробуем, короче, убить его в перемяс, пользуясь тем, что у нас херово тонна дэмэджа просто. Ну не так, конечно, перемяс немножечко. Все? Блять, я опять съел еду, когда не надо было ее есть. Блять. Сука, ебаная же ты в рот, блять. Я еду просрал. Она таким трудом здесь добывается. Ну, тактика, короче, прокнула. Поэтому. Твою налево, блядь. Так, мы нашли с вами, значит, лес. И мы нашли вот эту дресню. Но теперь совершенно непонятно. Мать моя женщина, серьезно. Так. Слушайте, а я... мне не показалось, да, этот меч, он горит. Желтеньким, то есть тут будет желтое оружие, которое типа имеет особенность. Ну надеюсь, что нам создадут новую билку, потому что нам нужна новая билка. Мы не успеваем его зарашить, к сожалению, жалко. О! А, ну и шорткат. А, ну в принципе он нам и нужен. Давайте посмотрим, что это шорткат. Будет у него связь с тем порталом? И как это будет выглядеть? Ясно, ничего себе. Понял, принял. Окей, пиздец. Тут надо, конечно, в башке держать еще много информации. Так, но у нас до сих пор нет новой обилки. Нам нужна либо обилка двойной прыжок, либо ползание. Либо прыжки от стен. У нас пока ни одной нет. То есть я видел уже три таких прохода. Ни одного пока, к сожалению, мы не можем пройти. Очень здесь классная музыка, кстати. В каждой локации своя музыка. И локации достаточно сильно отличаются. Игра просто божественная. Прямо она реально... Это шедевр. Почему у нас вообще об этих играх никто...
Никто вообще ничего не пишет. Господи. Хорошо, буржуйский посмотрел ролик. Я вот ее два года назад вышла. Я не вообще ничего не знал. Просто вообще ничего не знал. Так, королева. Жила она всего 31 год. Немного она жила. Об этой игре? Я вообще ничего никогда не слышал. Я просто позавчера смотрел ролик про скидки на свече. Она сейчас на скидке на свече. Она сейчас не знаю, сколько стоит, правда говоря. Вот. И я такой, нихуя себе, какая игра прикольная. Там просто был типа 15 игр, которые стоят там типа смотреть. На буржуйском сайте какой-то чувак написал. Ну, в смысле, сделал видос в YouTube. Я такой, типа, нифига себе, думал ее купить. Написал разрабам и... Блять, они написали ключ. Между стен... Вот видишь, там был момент, что надо было наверх запрыгнуть по стенкам, отталкиваясь, а здесь ползать надо. Вот нам что-то из этого двух сейчас дадут. Ну, остальные пока у нас не собраны. Во! Hold down and press jump to perform slide. А! Все, понял. Yes. Yes. Хорошо, понял, принял. Интересно, дамажит ли это врагов? Там он придет. Бля, божественная игра, просто божественная. А вот здесь надо уже прыгать между стенами уметь. О, как красиво, ебать. Так, подождите, а... И чё? А, может, надо нажать? Нет? И чё? А вернуться-то мне теперь как? Подождите, я чё-то не вижу. А, там, наверное, проход был налево. А, всё, понял. Все ясно, понятно. Дальше мы здесь никак. К сожалению, вообще никак. Ну, значит, получается, идти надо в зеленую локацию. И по шахтам походить, побродить. Да, в тех местах, где я не мог пройти, потому что было... Там несподручно. Здесь, походу, будет одно единственное задание. Я думал, что здесь нас отправят на несколько разных заданий. Но, походу, всю игру мы проведем в этих катакомбах. Может, остальные задания будут в сиквелах, то есть типа, мы ставим рейтингом, когда пройдем это испытание, и типа сиквел будет, если, конечно, будет, на что я прям пиздец надеюсь, там вот уже будет пройти игру. Все, через телепорт отойдем в зеленую локацию, ну или можно проходить, в принципе, по этим столам. То есть сюда мы вернемся тогда, когда у нас будет прыжок по стенам. Так, значит, здесь у нас было место, где мы могли бы проползти, но было это место... У его знает, где оно было. По-моему, оно было там. Это значит, нам нужен правый верхний. Пойдемте попробуем, если это оно, конечно... Да, это оно. Я не уверен, что мы можем это пройти. Не, можем. Так. Ох ты, нихуя себе. Это кто, братюнь, ты кто вообще? Фига себе вообще. Кисачок у него, конечно, ни хрена себе. О, чё ли? Yes, yes. А, ты по мне попадаешь, да? Сейчас, yes.
понял тебя, понял. Да, ну это очень сложно, ребята. Нужно просто транспорт, чтобы собираться. Ага, мы даже если сигуна нас убивает, офигенно, очень хорошо, очень хорошо. Ой, они еще и не убивают с первого пута теперь. Какая, блядь, милость. Ой, как я дэмэдж не получал, блядь, на себе. Так. Если мы коснем сейчас кислоты, мы умираем. Я надеюсь найти... Так, ясно. Надеюсь сейчас найти... Хотя нет, кстати, если коснемся, наверное, еще не умрем. О, этого парня мы точно не убьем. Есть один только способ его убить. Ой. А вот это я не знаю, как доджить. Оно выстрелит, я не знаю, как доджить. Это надо зарашить, значит. Ронима! Надо было съесть, что-то я пожадничал. Первый гемой в Ругере, кстати. Где я сохранялся-то вообще? Я, мне кажется, далеко сохранялся. Что-то как-то очень далеко. Это я, по-моему, перед боссом еще сохранялся, кстати. Да, это перед боссом. Ёб твою налево. Мда, что-то я не сохранился между этими самыми. Это, давай, приятного аппетита. Что-то я не сохранился. Ясно. Ясно, понятно. Как в прошлый раз не получилось. Тебя хочется просто не тратить еду, его убить. Блин, ну это жопа. Это, конечно, нелепая смерть. Блять, как я не поел. Ты я зря, конечно, ты я зря. Да нихуя себе же. Серьезно? По-моему, номер. Да, номер. Тупанул я, конечно, знатно, знатно, не сохранившись при путешествии между мирами. Это я, конечно, да. Это я такой умный человек, конечно. Да. Это я, конечно, очень умный человек. Ну, благо, игра мне доставляет удовольствие. Эстетическая, поэтому не проблема пройти еще разочек. То есть это та метроидвания, которую мне будет прям интересно походить, поискать новые местечки пропущенные. Офигенная игра, конечно.
Жаль, у нас в России, конечно, прям вообще какие-то прям безумно обидно. Шикарная игра. На коленке. Так. Наверное. Хотя не, нет. Коленька не. Не, пошли. Бля, божественная игра. Просто божественная. Вот поиграв в такие игры, понимаешь, что да, надо делать ролик про инди-игру обязательно. Необходимо просто. Как еще вообще они узнают люди? Их не падает ничего. Все, на этом мы на сегодня пока закончим. Я пойду делать ужин. Ой, с удовольствием прям поиграл бы, мне дальше играть, проходить. Очень хорошая игрулька. Прям шикарно. Вот. Спасибо, если кто смотрел. Молодцы, что приходите. Пишите в чатик. Приходите на прямые трансляции, кто записи смотрел. Тоже пишите в чатик, пишите комменты, ставьте лайки. Так. Будет ли вечерний стрим сегодня? Я не знаю. Честно скажу. Потому что настроение, самочувствие, там вот это все сильно решают. Вот. Все, до новых встреч, до будущих побед, друзья. Спокойной, ой, если, пока-пока. Ну и спокойной ночи, если вдруг спать идет потом.